Итак, привет всем. Сегодня я буду менять крышку и прокладку. Как видите, здесь у нас крышка выглядит не в очень хорошем состоянии. Видимо, мотоцикл падал и получил такое неплохое повреждение. И здесь уже хозяева прошлые эпоксидкой замазали. Хотя видимых трещин нету, но видимо где-то все равно сочится. Поэтому по дешману эпоксидкой здесь все промазали. Ну, в принципе, это работает, но здесь все равно крышка сама по себе потеет. По той причине, что здесь прокладка уже свое отработала. Сейчас у нас масло двигателя находится в полном, на уровне. Поэтому я не думаю, что здесь будет подтекать, потому что уровень самого картера у нас чуть-чуть ниже. Поэтому для начала сейчас все болты открутим. Для этого нам надо шестигранник. Тут непонятно, зачем вот этот кусок провода намотали. Колхоз какой-то. Так, болты в сторонку. Вот пошло. Чуть-чуть масла у нас вытекло. Ничего страшного. Вот она, прокладка здесь, видимо, родная осталась, ее аккуратно обратно на небольшой герметик, наверное, насадили. Хотя больше могу предположить, что сюда вообще не лазили, тут все аккуратно, так чистенько. Или все-таки лазили? Нет, лазили, здесь герметик, уже вот этот наш отечественный белый, обычно здесь его нету. Ну ладно, сейчас мы здесь все вытерем аккуратно, поправим, безобразие это все. Вот, что еще здесь нужно сделать, протереть надо это все. Так, а теперь вернемся к самой крышке и прокладке. То есть сейчас я вам покажу новую крышку и новую прокладку. Итак, собственно, вот она крышечка, заказывали ее с Алиэкспресса, весьма очень сделано аккуратно. Я все-таки думал, что здесь будет очень все в кривь и в кось, но прям видно, что отливали. Вот эта ровная проточка, я к стеклу прикладывал, прям вообще идеально ровно все. Но здесь нету наличия направляющих, поэтому старый направляющий мы сюда поставим. Хотя вот тут как-то одно непонятно. Под направляющий нету здесь конкретно отверстий. Ну вот они есть, но поставить я их не могу. Или все-таки могу? Сейчас посмотрю со старым, что выглядит. Вот старая крышка. Здесь есть вот такие отверстия глухие под направляющие. Здесь, конечно, все это идеально заходит. А здесь немножечко как-то это все с трудом, да почти не лезет. Поэтому надо будет это сейчас поправить как-то. Вот она прокладочка новая. Ну, это не оригинал, а реплика. Но здесь сути нету никакой. Это тоже все годится вполне. Что делаем? Она и так должна сейчас открыться. Да. Так, наклеечку мы сейчас повесим тоже на стенку. Сюда и прилепим.
пойдет. Прокладка толстая относительно, не прям самая тонкая. То бывает, такие прокладки продаются. Не знаю, с чего они сделаны, они ломаются прямо на руках. Отверстия совпадают идеально. Так, сейчас я подумаю, что можно будет сделать вот с этими отверстиями. Сейчас, наверное, возьму свой чемоданчик волшебный. И с помощью дремеля немножечко увеличу отверстие. Так, значит, вот такая насадка есть. Она немножко уже работала, но вполне хватит. Значит, смысл в чем? Я сейчас аккуратно увеличу отверстие, буквально чуть-чуть. Итак, значит, проточил я дремелем все отверстия, загнал туда уже направляющие, жестко сидят. Теперь одеваем прокладку. И все. Теперь это можно все установить. Так, перед тем, как все это на место ставить, здесь я тщательно все буду обезжиривать растворителем. Значит, всю старую прокладку здесь аккуратно я отодрал, все зачистил, обезжирил. Сейчас проверим вот этот болт, затянут ли он. Да, тут все нормально. Здесь тоже все отлично. Ну все, теперь ставим это все очень аккуратно. Тут главная прокладка, чтобы ровно села, не слетела. Так, как она у нас должна быть? Вот так, по-моему. Все, идеально. Теперь аккуратно закручиваем все болты. Так что, если кто-то задумается купить с Алиэкспресса крышку, то вполне пригодный вариант. Оригинальная она, по-моему, стоит, ну, около десятки, по-моему, или 12 тысяч рублей. Я примерно говорю, брать не буду. Это дорого. Поэтому лучше что-то искать попроще.